Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как же ограничить экран от посторонних глаз и рук. О чем идет речь? Речь идет о том, допустим, зашли вы в инстаграмчик, лазите здесь по профилю, вы переживаете, что в вашей переписке кто-то посмотрит или еще какие-то действия, вам нужно будет активировать гид-доступ. То есть жмем 3 раза на боковую кнопку. 1, 2, 3. Вот, появляется пункт «Гид доступ». Мы ограничиваем сообщения. Вот здесь рисуем прямоугольничек. Вот, немножко больше сделаем. Оставим здесь. И, допустим, мы не хотим, чтобы человек лазил еще так же снизу. То есть не смотрел, кому вы там полайкали. Не смотрел там, просто у вас в профиль еще что-то. Опускаете ниже. Здесь растянем. И все. Нажимаем «Начать». Как можете видеть, вот я внизу нажимаю, тыкаю пальчиками вот здесь, вот не могу. То есть здесь ограничение экрана. Точно так же я не могу вернуться назад и посмотреть вот сюда на сообщение. То есть, чтобы деактивировать, нужно нажать точно так же 2 раза на кнопку Home, либо же 3 раза также на кнопку, на боковую кнопку активации Face ID или покупок и так далее. То есть боковой клавиши. Чтобы активировать эту функцию на устройствах, у которых есть Touch ID, либо физическая кнопка, точно так же 3 раза на нее нажать и 3 раза нажать, чтобы отключить. Как эту функцию включить, обезопасить себя? Это будет точно так же работать и со звонками. Вы здесь нарисуете прямоугольничек, он отрисуется, вы его подтянете, как вам нужно будет. И если кто-то захочет позвонить, он не сможет абсолютно поклацать эти 5 кнопок. Тупо позвонит и все. И вы уже деактивируете. Итак, приступаем к тому же, как это включить. Вам нужно зайти в настройки, универсальный доступ. Опускаетесь вниз, гид доступ, активируете его, настраиваете здесь пароль, включаете Face ID. И все, эта функция у вас уже работает. Она сама по себе активирована на тройное нажатие. С устройствами Face ID это будет боковая кнопка, то есть кнопка питания, получается, включение-выключение экрана. Другие физические кнопки, тактильные кнопки, которые с Touch ID, тройное нажатие на экран. Это работает на сообщения, вообще абсолютно на все, каждое приложение, где вам нужно будет ограничить, на звонки ограничиваете, на соцсети ограничиваете, и на фотографии, на все-все-все, что вам нужно. Это очень полезная штука, пользуйтесь. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх. Всем пока!